Мы ждем, пока придет мама. Вот. И будет сидеть за столиком, а мама уже идет. И мы пойдем. Что ты там, кашу? Кого? Варенье. Короче, не будет моих оладов. Да, сейчас пойдем искать, что там будет сегодня на завтрак. А дождь продолжает лупить. Дельфин. Сегодня на завтрак были вареники у нас. Так, все, сейчас мы переобуваемся в теплую обувь и едем, да? Ты очки будешь брать? Да. Ноги все взяли? Все, мы на экскурсии. Это еще одна. Опять будем есть на обед, суп поем. Наш правый окна будут видны ровные рядочки. Поводка чая, да, в Дагомысе. Ага, я нормально нас показываю. Короче, чай мы уже проехали. Едем на Красную Поляну. Метеорологический центр «Галактика». С вами на горке город. Ну, вот обозначен KFC, но тут с руководителем вы там определитесь, если найдете где-то бюджетненько что-то куда-то. В общем, это все вы решите. Или же по променаду, по главной улице, торгово-развлекательный центр. Сейчас будем проезжать, я вам покажу с правой стороны. Оставьте тогда время, и тогда в KFC. Мы где? А здесь нету, где мы? Мы же где-то будем подниматься. Вот здесь какой-то верх. Вера, Вера, пошли, все идем. Сюда? Ну здесь же проверка, наверное, что этот металлоискатель. Нет, им не давали. А. Если что, я слазю на канат. Ну тогда нужно по 8 же человек залазить. Нужно тогда быстро залазить. Гриша, иди. Ага. Мы уже едем или еще нет? Это женщина пляшет. А здесь холодно, надо же. Здесь холодно? Мне... Кто не зашел? А все? Пока! Все, пока! А теперь да! А что я? Она не закрыта. Она не закрыта. Подожди, она сейчас же закроет. Карточки все спрятали. Нет, а так у нас. Нет. А у вас сумка. У нас карточки есть? А у нас есть. Да, нам же он дал взрослых. А нам! Все, поднимаемся на горы. Ну как, вам страшно? Нет, нет. Мне просто ужасно. Слишком холодно. Нравится? Да. Да, наконец-то мы можем... Гляньте, как мы высоко. Лесом по-любому. Лес уже, да. Гляньте, ну вот мы над лесом. Давайте. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Да, вниз. Тут все видно. А что ты рисуешь? Сядь. Чуть-чуть не нравится. Давайте на фоне канаток. Так, второй подъем. Двери закрываются. И мы опять поднимаемся.
И скоро будет последний. Можно их закрыть? Это очень высоко. Окошки, а они открыты? Ну, конечно. Они закрываются. Ой, здесь уже снега побольше. Ну да. Так он прям метет, такой мокрый, да? Я думала, что дождь, а это снег. Это снег. У нас на всех этих киокуши. Киокуши. Мне просто очень... Кто здесь олень? Это мужской род. Это олень. Ты ослица. Плохо видит. Мужик, который здесь работает. Он просто... Бандон! Дети, подождите, мы ждем всех. Меня только не трогайте. Давай. Давайте все против нас. Гриша! Да? Как тут круто! А? Китай. Да. Гриша переодевается в кафе. Сейчас будет тренировка. Ничего. В кимоно. На высоте 2200, да? Сколько высота? 2200. Там снег, Гриша. Одевай шап. Отжиматься. Не. Я видела, что сюда и Коля приехал, знаешь. А где Гриша? Где он? Сказал, когда спустимся. Или бы здесь поесть. Пока спускаемся. Да. Ух, тут метель. А здесь сейчас снег опять найдет. Ой, а мы на ней ездили. Почему? Нет, это уже другая, тут окна.
ищем. Нет, мы не есть. Ну ладно. Да они все же одинаковые. Давайте. Нет, ну просто у всех открытые. Круто! Погнали. Разгоняемся вниз, наверное, ж быстрее, сейчас, да? Дух. Да. Гля, какой там это. Ёлки какие красивые тут. Волки? Высота какая? Давай покатаемся на этой штуке. А этот соус, ну это салат такой. Гриш, как тебе сухпайок? Нравится? Только в этот раз сегодня дали вилки. Есть йогурт, а не ложки. Бля, как круто. Это что, железные кружки? Смотри, как снег повалил. А до этого он как валил. Валил. Когда не так. А мы нашли печку. И наши попы. Это так называется? Да. Блин, я себе на мех йогурта как. Джан, давай. Да, теперь колбачка. Так, это что такое у нас здание Григория Лепса, концертный зал на Розе Хутор? Можно обратный путь свой построить так, что по противоположному берегу МЗМТ пройти, но это по вашему желанию. Можно также точно вернуться. Значит, сейчас у нас ровно 2. Мы ориентируемся, что в половину Роза могли уехать, 20-25 минут, соответственно, надо прибыть, посчитаться. Здесь не более получаса водитель наш может стоять, потом просто-напросто автобус попросят убрать. Вадима достал. Тиша, быстрее. Да не загорай. Тихо! Носом не пойди. Скорее залазь. Данил, подбегай. Подбегай. Круто. Намочились все, прогулялись по дождю. И теперь едем домой. Сегодня что у нас? Саянара. Прощальный ужин, выступление. В общем, что-то интересное. Красная площадь. Так, все, мы приехали в Аквалон. Море вот нас встречает. Thank you.
Категории 7 лет. За первое место награждается Кизима Аким. За второе место награждается Густав Александр. За третье место награждается Капрун Семен. За второе место награждается Довгаль Григорий. За третье место награждается Мельтио Богдан. Ура! Устали. Микрофон. Давай. Ай-яй-яй, Миша пропускает. Подожди, Богдан. Случай в коридоре. Подожди. Подожди. Да. Тихо, не отвлекай его. Случай в коридоре. Так, собираемся все в холле на диванах. У вас есть 40 минут привести себя в порядок. 22:00, отбой, если я слышу шум и бег по коридорам. Вся группа выйдет в холл, и даже кто спит, встанут на кулаки. И будут петь частушки. А я вам верю! По одному стреляю, он не попадет. Ну не так, он не попадет. Попал. Он один раз. Встали на кулаки! Встали! Встали! Рано утром на зарядку становитесь по порядку. Ич не сранше в город, сич! Встали на кулаки! Встали! Мы на карате ходили 3 недели и 3 дня. От физре освободили я его, а он меня. Встали на кулаки, встали. Полюбила каратиста, говорит он только ос. Никогда мы... Полюбила каратиста, говорит он только ос. Никогда со мной не спорит. Видно, все у нас всерьез. Встали на кулаки, встали! Рим. Мы не плачем, не рыдаем, все равно нас ждет успех. Тренировки посещаем, и на кушин ты лучше всех! Встали на кулаки! А я петь не умею! Раз петь не умеешь, рассказывай тогда стих! Ос! Это не понравилось. Мне только вот это. Мне там слышать какой-нибудь сенсей. Минуточку внимания.
Итоги подведены. Подведены. Первое место занимает команда Додзе. Второе место занимает команда Савчука Александра Ивановича. Тим Скай. Третье место занимает команда города Сочи. Всем спасибо, всех поздравляю со старым Новым годом и с Новым годом, со всеми праздниками. Расходимся.